Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Чебузаврик, Васаби, Сайбер, Пика, Скелетон, Секрет. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Я хотел сказать всем пока! Уля, всем привет! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики «Выживание на деревянном доме». Если пять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Ну что, пацаны, сейчас буду над вами жестко издеваться. Кто останется последним на здании, тот будет выигрышным чуваком. Так, никакой разницы не стало, да? А вот так вот аккуратненько. Тихо-тихо. Перекладилось здание? Так, я не понял, ну еще стоп. Будем потихоньку ломать, чтобы прям вам жестко было выживать. Так, а ну давайте с этой стороны. Не надо. Так, не я вижу, я вижу, я вижу, шатается уже жестче. Зачем ты там пиво? Вижу, 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 вижу. Ну-ка. Во, отлично. Так, подожди, что оно такое хрупкое, мощное? Хрупкое или мощное? Это, блин, в воздухе висит полхата уже. Во. Мой дом. Смотри, 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 смотри. Это зараза какая, хорошо. Давайте эту. Давайте вот эту стойку. Опа. Не упал еще никто? Уйди, уйди. Уйди, уйди. Во-во-во-во, смотрите, смотрите, я вижу, вы в этой части висите. Блин, там сварка мощная у вас, что ли? А вот так вот? Мы танцуем. Во-во-во, переклоняется, смотрите. Ну, кто ты, что такое крепкое? Дим, а ты ломаешь, я сразу сварочным аппаратом обратно завариваю. Все, ты проиграл. Первый, второй. Третий. Так, подожди, подожди, а че, еще один остался? Их двое осталось. А, он забит. Надо стрелки с дурак. Уйди, да ты проиграл тоже. Я выиграл. Выиграл? Кто остался? Не, пингвин. Я. Ай. Пингвин, ты вообще на флаге держался. Ну а че? Так, ну что, пацаны, теперь у нас получается охранник выживает с аниматрониками. Давайте. Скажешь, когда будешь готовый. А ты уже готовый? А он решил нас, пацаны, жестко сегодня поиздеваться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Спать, клон. Эй, он сел на альт-е, я такую тоже фишку знаю. Тихо-тихо-тихо. Пацаны, что-то на здание переклоняется немного. Да, Дима, тебе кажется. Да не, вроде бы все хорошо. Эй, ты меня сейчас а что меня зданием придавило? А меня тоже. Так, ну что, давайте смотреть, кто там остался. Да не бей. Это же дела. Перебивай, перебивай. Опа, еще, 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 еще. А там остался только зебра. Опа. Секрет! Ты че? Нет, их двое! Вот, все, кто остался там последний? Я последний. Они одновременно упали, мы все одновременно упали. Не-не-не-не, я видел кто-то последний. Секрет вроде бы последний. Да, почему? Секрет меня убил, алло! Нет, скелетон. Ну что, 3, 2, 1. Покажи вещи. Блин, дайте я тоже. Давайте посмотрим, как он ломает. А колоски звоньки. Ай, блин, я не знаю. Пингвинус, не сиди на арте. Сейчас упадешь, сейчас упадешь. Я сидел в васаби. Слышите, слышите, все хрустит внизу. Ой, косточки хрустят. Сейчас кто выживет, знаете, как можно ломать здание? Взять танк или машину и машиной раздавливать эти столбы. Тихо, тихо, кто упал, кто упал? Кто не упал? И в белом танце кружимся. Сегодня мы с тобой подружимся. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, а мы падаем вместе со зданием. Нет, я живой! Я живой, я живой! Нет, я упал! Кто остался? Еще остался? А вот, все, один остался, да? Дим, видишь, на блоке держит? Да-да-да. Так, ну что, у нас есть победитель. Давай, а, их там двое? Нет, один. Блин, там двое. А, двое? Давайте посмотрим. Я вижу, я вижу. Пика, не сядь сидеть, сейчас по жопе получишь. Пика, еще поймали на ошибке. Есть, есть. Вот кто последний? Кто последний упал? Пика, ну что, давай. Будешь сейчас тылом. А ты же хотел как раз. Чпоньк. Так, давайте. Где пингвинус у нас не летающий? Опа. Так. Тихо, тихо, тихо. Мы сейчас пингвина порвем. Отлично, отлично. Ну что, кто у нас там сейчас? На танке? Ладно, ребята. О, Дима, 3, есть идея. 2, 1, давай, говори. Сядь, сядь на контур. А, туда лучше, да, будет? А, кстати, да, это точно. Ого, он там ломает все. Смотри, стой, стой, стой на месте. Стой на месте, Дим. Дим, пика убили.
Убей наверх. А ты жопу уберешь? Да нет, слазь, ты пол жопы здесь. О, кстати, классная фишка залезть сюда, вот эти вот штуки, как в тюрьме, что ли. А где он там ломает? Давайте посмотрим, тихо-тихо. Вон он, да. Ой, один упал уже вниз. Я держусь. Отлично, 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 ребята. Давай, Монти, Рокси, я вас верю. Луна, давайте, мы затащим. Первый раз охранник выживает с аниматрониками. Обычно вот друг против друга. Ой-ой-ой. Красиво. Все, разлетелось. Да нет, кто-то еще живой там. Я живой. Ой-ой-ой. Ой, там взорвался. Васаби. Вот это жесть. Я последний был. Я последний. Ребята, ну что, секрет затащил, теперь он ломает здание. Можешь любым способом, каким хочешь. Еще. Смотрим, что он будет делать. А, шарами, R2 или чем? А чем он ломает? А, Дима, помнишь твое любимое оружие с... Series M2, я вижу. Пушка, пушка, это моя любимая. Классное место вы, да, пацаны, нашли? Кстати, вот здесь реально выжить. Я с вами. Ой-о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 й. Нет, сейчас на голову ему упадем. Нет, да что ж такое, я падаю и падаю в этой серии, а? Я выжил. Это жесть. Блин, это веселье. По мне секрет сразу по мне. Молодец, четко. Все по феншую. Я был последним. Ну что, Васаби, давай, теперь твоя очередь. Дима, он прям по мне выстрелил. Да я видел, это было эпично. Не знаю, может РПГ взять. Васаби, давай, можешь любое оружие. 3, 2, 1. Васаби, покажи, на что ты способен. Я буду прямо на крыше здесь стоять. А я буду издеваться над вами. Давай, давай, я посмотрю, как ты это делаешь. Го скинем зебру. А чем ты ломаешь? А, я вижу, вижу. Так, пацаны, сначала делай так, чтобы здание шаталось. Так, 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 так. Не, хотя зебра, знаешь что? Ты будешь нашим щитом. Давай, защищай нас. Так, пацаны, я к вам в гости. К лунам. Вот, ничего не смущает? Пика, выгоняем Диму. Не-не-не-не-не, я хочу посмотреть, как он нас... Так, кто мне будет первый скидывать, тот первый умрет. Смотри, смотрите, перемычки ломает так, чтобы здание потеряло устойчивость. Ладно, все, дайте, я уйду. Отлично, отлично, отлично. Пика, все, тебе капец. Где он там, внизу? Эй, да хватит меня толкать поджопниками. О, мы потом как-то запишем ролик этот, битва на поджопниках. Будет прикольно, кстати. Побили, Дима? Эй, хватит драться. Да на меня напали. Ой, тут здание ломается. Здание ломается. Ты зачем переход сломал? Да что творится за вакханай? Да что я могу сделать, пацаны? Эй, что здание так колбасит? Да что творится, блин? Смотри сюда, Дим. Дима, да, блин, ну, это жесть! Да ё-моё, блин! Я живой, мы еще стоим. Мы еще мы с Луной. Я стою, я на стекле. Так, мы со скелетоном живые еще. Хоть я вам помогу. Мы спрятали. Эй! Стану! Блин, капец. Я грохнулся. Вот, ломай вот эти вот топоры, васаби, вот топоры. А, я живой! Я остался. Дима выжил. Ну что, пацаны? Ах ты, тварь, ну ничего. Ладно, пацаны, я знал, что я сейчас буду залетайте, я вам сейчас покажу вещи, как надо. Да. Так, ребята, я решил в этом раунде ломать гранатами. Дети. Пошла первая гранатка. Надеюсь, сейчас сразу жестко будет ломаться. Ой, одна перемычка есть. Дим, ты меня не будешь мстить? Ой, да что-то я кидаю криво. Мстишка, ай-яй. Ой, чё, тётка, чё. Ты мстить не будешь? Не, не буду, не буду. Ты и так первый умрёшь. В смысле? Так. А ты не думал закинуть гранату наверх прям? О, я возьму монетку. Давайте монеткой. Это читерская. Первый есть. Не, я не буду, я буду по краешкам бить, смотрите. Я буду помогать. Не надо ломать. Все, пацаны, сейчас будем смотреть, кто же... Так, еще один, еще. Кто остался? Я живой. Так, ну что, секрет. Ты затащил. Можно я не был? Ой! Что-то взорвалось. Давайте залетаем. Все, надо эту катку заново выиграть и опять все рушить. Да. Есть шанс всегда. Пика, уйди отсюда. Я хочу кого-то порушить. Пингвинуса подняли? Да, подняли. 3, 2, 1. Секрет, покажи, на что ты способен. А чем он ломает?
Что это за калашматки? Миномет. Гранатомет или миномет? Гранатомет. Гранатомет, да. Ой-ой-ой-ой. Мамочка, мамочка. Надо быстрее сюда. Вот это место самое. Дима, Дима, Дима. Давай, 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 давай. Тут стекла. Дима, молимся, Дима, молимся. Есть, я вытащу, я затащу, я затащу. Ой. Ой, я живой. Я живой. И я живой. Да как? Просто на стекла. Отлично, отлично. Мы еще стоим. Здание наполовину разрушено, но мы стоим. Ой. Ой. Ух ты! Ой, а я живой, я живой, я живой. Вот это нос не по башке надавало. Да, зебра буду. Зебра? Да, так, зебра. Ну что? Хорошо. Брунь. И меня сейчас нет. Можно рушить полностью любым оружием, каким ты хочешь. Три, два, один. Зебра, покажи, зебра. На что ты способна. Любое оружие можно. Я машинкой. Давай, 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 давай. Машинка какая-то хиленькая. Я чуть не упал. Я обосрался. Подождите, подождите, привет, что он там делает? Дим, если я выживу, я знаю, чем я буду посырой. Ого, секрет. Сначала выживи. Что стреляет? Он? А чё не ломает ничем? Оно не ломает. А, ломается, вот ломается, она. Я вижу, я вижу. Он за Монти играет. Ничем лазерным ломай, давай. Ребят, я к вам. Вашу пати. Потихонечку, давайте вот. Привет. Так. А где ты эту аптечку взял? Ещё поломал одну. Где ты аптечку взять? Здание уже шатается. Где аптечку взять? В другом. А, в это... Где? О, хер. В другом. Ты вообще, где? Что ли, в Гарри Смотр начал тебе играть? Подожди, а где? Где аптечку взять? В другом. О, за... Потихонечку вас... я вижу, у тебя получается. Так, уже... Эй, моя часть шатается, надо валить. Нет, 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 ну блин, почему моя часть? Нет, я живой, я еще не упал. Отлично! Живой. Отлично, нет, отлично, живой. Ребятушки, отлично. Не надо! Не надо! Не надо! Да секретно, не надо! Бесишь? Ты я, Брэнни? Ой, Дима! Да че по мне стреляешь? Ну, зебро! Зебра, а кто последний остался? Я вижу, я вижу, вон Монти наверху ходит. Не надо, зебра, убей его наверху, пожалуйста. Так, ну что, у нас есть выиграли. А нет, там еще двое их. Трое. А? Так. Двое, двое еще их. Да не бей. Ребята, сейчас будет выживание, когда я взорву под этим зданием небольшую бомбу. Я надеюсь, что кто-то из вас все-таки останется жив. Но бомба реально небольшая. Небольшая бомба будет, сразу говорю. Вот такая вот. Она не ядерная. Отлетим. Отлетим. Я тоже хотел взорвать бомбу. Вы готовы? Да. Немного. Ой-ой-ой. Никто не выжил. Никто не выжил? Ой, тут доски падают. Не надо дрова вам, пацаны. Да не, новый нам придется строить. Ты половину уничтожил. А теперь давайте, знаете что? Мы взорвем ядерную бомбу. Мне все-таки интересно, как она разлетится. Давай баночку. Эй, бомба. Ой. Ой, Дим, что-то там убрал, спасай, скидывал. Взрывай. Отлично, хочу посмотреть, как это будет. Воу, красиво. Блин, прикольно получилось, у меня понравилось. Ой, только все сгорело. Дом разнесло, Дим. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения, посмотрите мои ролики. Ищем.